Семья – это самое главное в жизни каждого человека. Здесь нас учат любви, уважению, заботе, мудрости и ответственности. Родные люди дают нам силы, учат делать первые шаги в жизни, служат опорой в трудную минуту и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности. Специалисты отделения семьи, материнства и детства Кашхабльского комплексного центра социального обслуживания населения поздравили семьи района, проживающие в браке 25 лет и более, вручили им медали и памятные подарки. Это семьи Мамишевых, Хачимизовых, Кедакоевых и Алябьевых. У нас всероссийский праздник, День семьи, любви и верности. Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, наш районный государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея, Кашхабльский комплексный центр вас поздравляет от души с этим замечательным праздником. Самое главное, желаем вам крепкого-крепкого здоровья вам, долголетия вам, чтобы вы прожили до глубокой старости вместе в любви и согласии. Спасибо. С праздником спасибо. Вас! И эта грамота российская. Поздравляем! О, заслужили. Так, и вот такая вот медаль с удостоверением за любовь и верность. С ответным словом выступили награжденные семьи. Молодцы, что вы начали это делать. Потому что здесь тоже много семей, которые живут долго и счастливо. Спасибо вам за внимание, здоровья вам, удачи, благополучия. Семья Мамишевых прожила в браке 45 лет. Отношения в семье построены на взаимопонимании, уважении, любви и верности. Супруги воспитали троих детей. Я познакомилась с ним, когда мы учились в институте вместе на разных факультетах. В 77-м году мы поженились, у нас трое детей, два сына и дочь. Оба сына работают, все практически работают в школе, невестки тоже, зять тоже, семья вся учительская. Вместе уже в этом году 45 лет. Дети все пошли по стопам родителей практически. Работает в школе старший сын директора на Тербовской школе, младший на Вольном. Дочь тоже в Ново-Севастопольской специальном училище. В данное время он на пенсии. Я продолжаю работать в качестве учителя русского языка и литературы уже 42 года. Что для вас самое главное в воспитании детей? Для меня самое главное – воспитывать их в добре. Нужно добром воспитывать детей. Самое главное вот в нашей семье вот, – доброе отношение ко всем, к окружающим, к детям. В семье Мамишевых всегда царит любовь и взаимопонимание. Именно на терпении и уважении строятся и сохраняются семьи, говорит Марета. Самое главное, нужно обязательно воспитывать детей в добре. Нужно обязательно внимательно относиться к детям, быть опорой для них в любых ситуациях. И они ответят так же. Супруг Мареты Аслан Мамишев является примерным семьянином. Он также является примером для подражания для своих детей и внуков. Взаимопонимание, наверное, получилось так, что приехали сюда, вместе работали всю жизнь, как бы бок о бок. Детей воспитывали. Воспитывали в духе, ну, скажем так, интернационализма. Как поется в песне Газманова, мы рождены в Советском Союзе, выросли мы в Советском Союзе. И детей мы воспитывали в духе дружбы. Вот. Получилось так, что
дети пошли по нашим стопам. Более того, невестки мои тоже. Вот. Взаимопонимание, любовь, вот это и сохраняет семью. Недаром говорят, что семья – это основа любого общества. Поэтому чем крепче будет семья, тем будет крепче и наша малая, значит, родина, и большая родина – Россия.